Давай позовем. Мы нашли Олежку. Олежка! Вот, кстати, он. Олежка! Ну-ка, иди сюда! Олежка! Ой, как сладко! Иди сюда! Шуршите, Олежка, Шура, шуршите. Олежка, да? Вот он лежит, даже ни голову не поднимает. Не он. Не он, а кто? Филя! Ты теперь вместо него. Олежка! Олежка! Спит! Ничего не слышит. Ай-яй-яй! Олежка, будильник сейчас будет звенеть. Шуршалочка. Вот их там. Сейчас достану. Только их и видно. Тут еще солнце в глаза. Вон он лежит, Олежка. Нет, его-то я вижу. Я ищу, может, иди сюда. Будет. Вон чья-то вроде. Олежка. Спина. Попа ленивая. Иди сюда. Да, давай, давай. Давай булочками там перебирай. А то грозились тебе пайку урезать. Решили. Чай урежем. А то попа еле шевелится. Нет, смотри, вообще. Вон он. А это Филя, да? А, вот Олежка. А лежал. Вон Олежка. А кто ж лежал? Вот это я дома посмотрю. Ага. Это Филя, иди сюда. Филя. Олежка, иди. Филя, быстрее. Мы ему пайку урежем. Посмотри, какой. Нюх потерял. Единственный лев, который к нам идет. Олежка, иди сюда, мальчик. Иди сюда, иди. Хороший. Филя. Бегом. Ага. Олежка. Побежали. Смотри. А, вот Филя здесь ну, уже. Ну вот же, ты что, не видела? Нет, я ж на Олежке там заякорилась. А кто тогда лежал? Витя, что ли, лежал? Слушайте, ну дома посмотрю, потому что тут, конечно, в камере плохо нам на маленьком экранчике видно. Бегом. Угу, прям бежит, смотри, царь. А что у нас, уже Филичка. И Филя будет приходить, да? Филя, ты с нами уже дружишь, да? Давай, давай, иди сюда. Полетели. Куркометание началось. Филя, я так даже тебя и пропустила вообще. Филипп подкрался незаметно. Филя, ты так на скумпе. Олежа. Оп, смотри, реакция какая. Олежка, да. Там куски разбросаны, ты мимо прошел. Да, прошел мимо. Филя? Девчонок не зовете? Не торопятся. Филя, тебе туда. Так, Олежка доел. Олежка, тебе в клювик птенчик? Птенчик наш. Да. Оперившийся уже. Угу. А там вот это вот. Филя, там рядом, вон, посмотри, у тебя мясо там залежи. Прикинь, спутала. А девушка там? Лежит, ну какой-то лев там. Витя, наверное. Лежал. Олежек, смотри, смотри. Олежка, Олежка. Оп. Курка метания, да? Прикинь, Олежек, твои гламурные глазки я спутала. Да? Шлёткий наш. А еще, говорит, я съел уже. Где ты там? Кукусики, птенчики. Сюда кидай. Бум. Ой. Ох. Сейчас опять прилетит нам в комментариях. А вот идет. Синяки, говорят. Это кто? Марсель. Марсель, иди сюда. А, вот там Марсель лежал. Марсель, иди сюда. Наверное. Такой шарик меховой. Марсель. Туда подальше кидаем. Марсель. Марсель. О-о-о-о-о. Баба-яга. Марсель. Марсель. Давай, давай, давай сюда. Марсель такой, знаешь, это что тут происходит, что Олежка. Надо делать? Марсель, ну, давай сюда, по краешку, подкрадывайся. Идет. Давай, давай. Идет? Идет. Давай, давай, хороший, иди. Смотри, какой шарик вот меховой, да? Вот под заборчик ему сейчас кинь. Ну вот, да. Так, Олежка, на тебе. Чтоб ты на месте уже сидел там. Зашел за этот. Не видно. Вот он. Иди быстрее, Марсель. Вот ты, Марсель, балда. На. Надо ему оставить. Марсель. Иди сюда. Иди сюда, иди.
Иди, Марсель. Ты вот на тропинку кинь, может, он там это. Он... Вот, идет, идет. Не должен. Так, Олежка, давай-ка. С тропинки. Тю. Туда. Пум. Филя, у тебя рядом кусочек есть. Еще ему кинь, он не видит. Филя. Я все ловлю на лету, да? Да, да. Марсель. За поворотом. Идет, идет, идет. Давай, давай, быстрее. Тебе туда. Иди, иди сюда, танцор. Марсель. Иди, иди, Марсель. Так, Олежка, ты там. Занимайся делом. Давай, давай. Вот еще вас дозваться надо. Дошел? Мясо ты увидел? Сейчас увидел. Молда. Давай, иди сюда, эй! Марсель, Марсель, иди сюда. На. Хочется сказать, да, шарик, ты балбес. Олежка, иди сюда. Иди вот туда. Вон там мясо. Вон, иди. А Марселю? А Марселю отдельно, да. Вот. Олежка, и куда ты ушел? Вот. Тоже перешагнул, взял Марсель. Кусочек. Ай, Марсель, красавчик. А у Олежки темнее грива, чем у Марселя. Так, я приду в крови, заляпанная в этом. Курица капает, он на обувь. Мне говорят дети, мама, такой, ты где ходила? Вообще как-то кроссовочки стоят, знаешь, заляпанные кровью в коридоре. Так, Марсель, давай. Пусть Олежка вон там. А ты ему сюда кидай, где мясо лежит, вот туда оно. Вот. Олежек, ты увидишь хоть там мяско возле лапы? Кидай туда Филе. Филя! Он найдет, там еще где-то был, по-моему, кусочек. Марсель, ты съел уже все? О, Олежка нашел. Филя! Филя! Вот пока не попадешь, он увидит. Красавчики. А где Витя и Вуйко, Алекс, а? Товарищи. На мойку. Кто-то вот. Даже голос подает. Филя, там вот, туда. О, опор. Ломанулся. Так, ну тут уже у меня остается не очень много. Надо будет возвращаться. Ну, вернемся. Так. Мы обошли всю саванну. И не нашли. Так, Филик. Ни принца. Серьезный. С Гиреем. Ни Руслана. Так. С Людмилой. Вот туда. О, Господи, что ж так страшно-то? А там кусочек мяса лежал. Филя его в прошлый раз не увидел. Ну вот мой же сейчас заметит. Я говорю, у Марселя, смотри. Грива светлее, смотрите, чем... Смотрите на него, у какой Олежка. Он красивый. Марсельчик. Там... Так, ну что, оставить, да, получается, мне навстречу... Мы заберем навстречу. Или мы пойдем, вернемся. Мы вернемся сейчас за мясом. Давай, да, три таких красавца. Тоже, скажем так, редкость. Да? Филя? Ну, Марселя мы еще не... Ух, какой конник. Конь. Олежка. Олежка. Марсель. Марсель, иди сюда. Иди сюда. Марсель. Марсель. Иди. Бусинки. Бусиночки. Птенчики вы наши, Господи. Взрослые уже, а все равно птенчики. А все равно птенчики. Филя. Смотри, как Филя красиво взял. Оп, прям как нападает, охотится, охотится. Если Марсель. Бы оно еще и летало, да, или да. Бегало, да, это на, мясо. Хорошина. Так, нашему забияке. Олежек. Олежка. Ой, там живописно с цветочками. Цветочков. Да, Олежка. Прямо в рот. Так, Филя, ты умеешь красиво скакать. Давай. Побежал. Туда. Скачи. Ай, пожалуйста, скачите сами уже. Так, Марсель, ты тут рядышком, да? Скажи, птички. Далеко не отходит, мой хороший. Вау-вау-вау. Что ты сидишь? Ждешь, смотри, лапки сложил. Птенчик, Олежечка. Олежка. Олежка! А ну-ка посмотри, летит курица, а то в нос попадет, не глядя. Давай. Олежка! Ах, придется подойти. Соскользнул прицел. Так, ну еще по кусочку, давай. Да? Там? Там. Не ловит он. Нет, ловит только малыш и Олежка.
И то Олежка что-то потерял, разучился. Ну, потому что мы его не подкармливали всю зиму. Ну да. А малыш Олежка? У нас всю зиму тренировался. Ох, чуть в рот не прилетел. Так, Филя. Ой, Филя, господи. Филечка. Туда. Оп. Смотри, как бежит картина. Почти бежит. Так, два кусочка осталось, но это тогда Олежки и Олежки Марсель. И Марсель. Марсель? Марсель. Марсель. Ну, мой хороший. Так, Олежек. Он только лапает. Угу. Всё. Пенчики, перекус. Окончик. Конфеты получили. Тетки пришли, гостинцы принесли. Филя голову в тенечек засунул. Так, одна тележечка мяса ушла. Ну, на камере буду смотреть дома, на компьютере, кто там лежал. С кем это я Олежку перепутала. Марсель! Марсель, а ну-ка глянь. Кормили мы тебя хорошо. Красиво. Так, не подходи, ну как аккуратно. Дай сюда руку. Руку дай сюда. Паша. Такой мохнатый. Пузо такое мохнатое у Марселя. Вау. Олежка. А Олежка лапы так складывает колесом. Скажи, жду, пока он еще туда прилетит что-то. И все, уже хорош. А тут, видимо, мало дня, грива не такая большая. Еще один лев. Еле. Красивые. Три богатыря. Да, вообще. Провались. Нашел что-то, Филя, еще. Да вон кусочек лежит. Марсель, ты тут походи. Там еще есть. Олежка, ты все вот это, да? Пошел, уходишь. Метить пошел. Да, мой хороший. Марсель. Марселюшка. А у нас там есть мясо? Походи еще, там найдешь мясо. Где? Ну, так вот, вот и вся любовь. Видишь, вот и попу. Благодарная такая попа, да? Ага. Пошел такой по дорожке. Спасибо за конфеты. Ну. Я ушел. Филя, так что теперь ты у нас друг, да? Филя первый прибежал. Филя. Будем тебя звать в следующий раз. Проверочку сделаем. Так, и Филя туда же ушел. Удалились. Метить все кусты пошли. Наверное. Сейчас. Так, Марсель, и ты, да, с ними? И он туда же. Хоть бы мяукнули, что ли, спасибо сказали. Вот. Ну, полюбовались и на том, да, спасибо. Да, да. Налюбовались. Пошли в свое, под свое любимое дерево, наверное. Скажите спасибо, что не убегаем, да, можете на нас еще так полюбоваться. Постоим к вам задом. Хорошим задом можно и постоять. Угу. Да, тут есть чем гордиться. Пошли вот так, да, по этому. Ну, он, да. В обход. В обход. Не напрямик ходит. И под дерево свое вот это вот. Угу. И там лица лежат. И вот кто-то там лежал. Я думала, Алекс, что там может лежал. Нет, не Алекс. А, ну, Витя там же. Витя где-то ж там остался. Витя, да. И, может быть, Марсель там лежал. Ну, может, Марсель был, да. Улегся.